so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. И всем привет, вы на канале Fire 2. Сейчас я нахожусь в городе, который находится рядом с Гранадой. Мы приехали сюда на лыжный курорт на неделю, получается. Вот, сейчас я пока нахожусь мы в отеле. Называется отель Барсело, пятизвездочный. Вот, сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите. Такой уютненький номер. Тут кровать, я тут с братом, с младшим. Потому что мои родители в другом номере, а мы тут с братом младшим. Смотрите. Какой вид красивый. Мы сейчас поедем на лыжах кататься, поэтому тут телевизор, тут шкафчик. Тут, конечно, чуть-чуть не убран, потому что мы уже собираемся. Вот тут куртка, которую поеду. Там брат мой. Так, тут зеркало. И тут вот такой туалет. Ну, короче, банальный номер. Что, что? Да, тоже чистится. Тебе. Да, светится, да. Тоже красными лампочками, да? Там пожарная сигнализация. Вот, короче, сейчас собираемся на горы кататься, на лыжах. Все это я, конечно, засниму. Все будет более-менее нормально, поэтому... Да, всё. Будет нормально. Вот мы уже приехали на лыжный курорт. Там горы, там будем кататься. Надеюсь, будет круто. Two hours later. Меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в кайф. 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 Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым. Мол, в жизни моей все хорошо, в моем рюкзаке пару маек, носки. И пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня...